Значит, ну, во-первых, я рад знакомству. Еще раз примите поздравления в связи с избранием на должность главы правительства Армении. Армения – наш близкий союзник, страна, которая вместе с Российской Федерацией участвует и в интеграционных объединениях, и в ОДКБ. Ну и в целом мы развиваемся по скоординированному сценарию, я имею в виду экономику, социальную сферу, поэтому координация, работа совместное правительство важна и для Российской Федерации, и для Республики Армения. Чемпионат мира – это хороший повод для того, чтобы сверить часы. Вы не так давно приезжали на другое мероприятие, встречались с президентом нашей страны, но и сейчас тоже достаточно неплохая возможность посмотреть на то, в каком состоянии находятся наши отношения. В целом хочу сказать, что отношения развиваются уверенно, динамично. Это, кстати, связано и с тем, что экономика вашей страны в последнее время показывает неплохие цифры развития. Наша экономика развивается. Это результат, в том числе, и работы в рамках Евразийского экономического союза. Вот. Я в октябре прошлого года посещал Ереван с официальным визитом. Мы подписали целый ряд важных соглашений. Теперь, конечно, нужно заниматься их реализацией. Рассчитываю на то, что ваше правительство к этому тоже приложит все необходимые старания. Еще раз сердечно вас приветствую в Москве, в Доме правительства. Спасибо большое, уважаемый Дмитрий Анатольевич. Очень рад встретиться и познакомиться с вами лично. И хочу прежде всего поздравить вас с прошедшим национальным праздником, с Днем России. И еще хочу поздравить с чемпионатом мира по футболу, потому что это великое событие спортивное и вообще жизни в России. Сейчас внимание всего мира приковано к Москве. И я желаю удачи российской команде в сегодняшнем матче и вообще в этом чемпионате. Конечно, мы можем сказать, что отношения между Армении и России, они развиваются действительно очень хорошо, очень динамично. Я хочу сказать, что это вопреки тем анализам, которые были в прессе, в российской, армянской и международной прессе во время известных политических перемен в Армении. И я сейчас могу с уверенностью сказать, что наши отношения были особыми, есть особыми, они будут особыми. И в этом я не сомневаюсь, и я надеюсь и уверен, что наши отношения станут более эффективными и в плане экономики, и в плане содействия других отраслях. Конечно, мы уже заявили, что наша главная цель касательно Евразийского экономического союза – это сделать союз и наше членство в союзе более эффективным, чтобы организация стала более эффективным и способствовала более эффективному развитию наших экономик. И, конечно, мы готовы работать на этом направлении. И, конечно, мы эти вопросы обсудили с президентом Российской Федерации. И вообще это очень важный вопрос. И действительно мы очень рады, что мы эффективно работаем над этим вопросом. И я думаю, что сейчас в наших отношениях все развивается очень позитивно. И нужно базироваться на этом позитиве, базироваться на принципе уважения национальных интересов друг друга. И у нас есть очень много общих национальных интересов. И я уверен, что в этом плане наши отношения будут развиваться очень эффективно. И мы приложим все силы для этого. И есть хорошая необходимая атмосфера для этого, так что нужно настроиться на эффективную и динамичную работу, и
Мы благодарим вам за вашу готовность и за готовность Российской Федерации. Спасибо большое.